Играем заново. EA Sports. It's in the game. Так, ну что, здравствуйте, друзья. У нас сегодня новая игра. У нас сегодня FIFA 97. Золотая версия. Какой же режим выбрать? Давайте выберем режим обычный. Сегодня мы будем играть за... Я долго думал, за кого мы будем сегодня играть. Я думал взять Германию, но... Мы возьмем, наверное, сегодня Россию. Упс. Россию. Подожди, а что происходит? Россия, все. В честь чего она названа золотой? Видимо, в этой версии добавлены легендарные игроки. Это как в новых версиях футбольных. Там есть всякие разные издания, типа Gold Edition, Deluxe Edition. Вот. Подожди, а что если симуляцию поставить? Типа есть Action. Ладно, не будем рисковать. Поехали. Поехали, поехали. Первый раз играю, не знаю, что за игра. Посмотрим. Посмотрим, что за игра. Ну, сначала надо, конечно, разобраться с управлением. И мне кажется, симуляция будет не такая быстрая, можно будет более-менее плавно играть в это. Что Action, он пытается игра работать быстрее, но у нее не получается, и она идет рывками, и это неудобно. Гол. На 36-й секунде матча сборная России открывает в своей первой игре первый гол. Анопка. Отлично. Анопка спас. Вытащил. С ленточки. Давай, Клон Бейкер, доброй ночи. Мне больше нравится футбол или хоккей? Играть или что? Да, они заколебали, ну как вот... Почему? Я не могу у них мяч отнять. Я не могу у них отнять мяч, собственно. Играть, в смысле, самому играть или смотреть? Или играть на SNES? Сам я в хоккей не играл ни разу. В жизни. Мы в хоккей играли только в один, по-моему. У нас нет хоккея с мутантами. Мы играли в стрит-хоккей еще, но это не то. Это не то. Самое неприятное, что ты игру прошел,
Ну, ты не можешь ее пройти второй раз. Да, Анхел 98. Больше не было. Ну, пацанчики. Пацаны, пацанчики. Это наш, да? Блин, сейчас опять забьет с каким-нибудь образом опять. У него вот это очень опасные удары такие прилетают. Найс. Как же они душат, а? Ну-ну-ну-ну-ну! Судья, свисти давай. Найс. 2-1, все, мы закрепились в легкой группе, в проходной. Сейчас пройдем. Сиди, нет зрителей, но там нормальный FPS, игра идет плавнее. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Сохраняем. Все, мы закрепились в легкой группе. Сейчас обыграем. Австралия, легкая. И потом будет запрещенная страна. И, скорее всего, в финал попадем вместе с... Неважно. Не, может, я устал. Может быть, может быть. Я тут сижу, типа, второй час, но... Да я нет. Просто не везет. Не, ну ком, конечно... Давай, конечно, будем пас давать, да? Комп, все, он просто не дает мне, он сразу бьет. Даже когда я отдаю пас своему, комп сразу бьет в ответ. Где все игроки, интересно, находятся?
Ну? Ребята, давайте, тащите, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Понял, понял, все, я все понял. Ребята, не тащат. Ну как они так блокируют? На тебе, пес. Это кто, Мардона, что ли, в них играет? Четыре подката и все мимо. Держать строй. Вот это тащить. Да они специально что ли так делают? Они тупо даже не подходят к мячу. Я не знаю, как такое происходит в игре. Реально как это срабатывает чит у компа. Мои игроки просто мимо проходят. О, все, на волевых просто взяли 1-0. Нормально. А, это полуфинал еще. Я думал, финал уже будет. Сейчас две катки по 4 минуты. За 10 минут сейчас пройдем. Против этих-то ребят точно пройдем. Это же вообще простые ребята. Русскую играю. Да я не знаю, страна какая-то третьего этого. Африканская какая-то страна. Не помню название. Я говорю, проходная страна такая, незначительная. Может, это просто у Австралии тренер поменяли этого Гусь Хиддинг поставили, и вот он начал играть, там выигрывать 3-0 там. Ну, потому что это нереально было, как они играли. Сколько я раз переигрывал. Слишком.
Какого финала Прага, да? Ну, в общем, даже проиграть не хочется. Да, может, поиграть так, я не знаю. Такое. Ничего интересного нет. Сейчас мне втащит камбэк, наверное, да? 3-0. 4-3 сейчас. Как эти. Как молодежная сборная по хоккею. Сейчас также сольются. Блин, зачем я это сделал? Ой, ладно. Ошибка, моя ошибка. Можно было четвертую забить. Как Вашингтон? Не знаю, как он там. Как там дела у Вашингтона? Не следил. Шесть. Вот это камбэк, да, нормальный. Видите, проходники какие-то в полуфинале. Третий стример. Так нельзя, потому что... О, фига, ответочку получил. Непонятно откуда. Что за наивные ребята полагают, что можно стримить, что ли? Спортивные такие программы. Там и Twitch сам потом могут штрафовать, там еще кого-нибудь, еще и само стримера могут тоже как-нибудь привлечь к этому. О, Россия, Румыния. Достойный финал утра. Ладно, если через полчаса не пройдут, то пофиг, вставляем финал, доиграем в следующий раз. Ну, это дикость какая-то. Фига, он, конечно, мяч так выносит на середину поля. Неплохо.
Сейчас, опять вторая половина тайма. Сейчас нам покажут, как надо играть. Красиво. Чисто на технике обыграл. На самом деле на шар забил. Что творит? Тихо. Пацаны, опять начали в свои ворота играть. Чего не ударил-то? Пес. Тянем время, короче. Да вы что там? Демоны. Тянем время. Все, победа официально. Нормальная победа, честная. Все. Теперь со спокойной душой можно выбирать следующую. Игру игра на час примерно. Все, официально. Россия чемпион. Что, чат живой, да? Кто там еще есть живые в чате? Не будь.